Так, все почистила. Вот такие у нас кустики. Тут же почечки есть. Подмерзшего ничего не увидела. Немножко по хвостикам отрезала. Вот эти на низкую обрезку розы подрезала, а эти высоко, потому что хочу, чтобы они побыстрее зацвели. Ну, если заморозки какие-нибудь не ударят. Но вообще они вот так стояли зимой, без укрытия, и не подмерзли. Вот, все почки нормальные. Вот такие вот работы на сегодня. Немножко порыхлила здесь. Всю траву убрала сухую. И вот там, потому что солнце и ветер притянило плюшки, елки. И вот так притянило бонсайчик. Солнце с этой стороны падает, а там пусть проветривается. Бонсай такой с побуревшей хвоей, но она не сухая, она живая. То есть будем надеяться, что все с ним хорошо. Пересаживала его в прошлом году в грунт. Где-то во второй половине лета. Так он у нас 4 или 5 лет в горшке сидел. Вот такой вот он интересный.